Правда ли, что отношение Сталина к Надежде Аллилуевой было действительно таким жестким, если не сказать жестоким, как его рисуют в современных фильмах? И что стало причиной ее самоубийства? Слушайте, ну, во-первых, я, слушайте, не знаком не был ни со Сталином, ни с его женой. Мне трудно судить. Я вообще не очень люблю обсуждать личную жизнь кого бы то ни было. Неважно, это Сталин, Ленин, там, Путин или, там, условно говоря, Кирилл Рычков. И вообще считаю, что обсуждать подобного рода вещи – это уподобляться Малахову и компании. Третировать грязное белье. Мне это абсолютно неинтересно. Я вообще считаю, что вот эти все программы, их надо категорически запретить. Вот самая мерзость. И даже вот я на людей смотрю, которые участвуют в этих процессах. Что мужики, что бабы. Я прошу прощения, по-другому их назвать трудно. Это не женщины, это именно бабы, которые устраивают там выяснение отношений, кто с кем спал, друг друга бьют морды, орут там и так далее, и так далее. Вот просто до тошноты вот это все. Я вчера краем глаза одну из таких программ посмотрел, просто случайно переключал программы и посмотрел. В студии начали драться женщины. Это ужас какой-то. Понимаете? То, что Сталин любил Аллилуеву, я думаю, что да, он ее любил. Я напомню, что она была значительно моложе его. Познакомился он, кстати, с ней во время революции. Как раз когда он приехал в Петроград. Он жил на квартире Аллилуева какое-то время. Ей тогда было лет 16 или 17. В браке у них родились вот двое детей. Это старший сын Василий. Он, по-моему, был с 22-го года. И Надежда, прошу прощения, и Светлана, которая, по-моему, с 26-го года. Женщина, она была действительно, ну, как вам сказать, неуравновешенная, вероятно всего. Вот по воспоминаниям того же Ворошилова, того же Молотова, я имею в виду по их интервью, у нее была такая довольно вспыльчивая натура, и она многие вещи близко к сердцу принимала, и решения принимала зачастую вот на эмоциях, что называется. Я думаю, что вот это тоже было на эмоциях. Ей, ее двоюродный брат подарил такой дамский пистолетик, что ли, небольшой, который уменьшался вот буквально на ладони, руки. И вот она из этого пистолета и застрелилась. Говорят, что якобы причиной этого стал конфликт, когда на квартире Ворошилова праздновали Октябрьскую революцию. Сталин сидел якобы и из хлеба, из хлебного мякиша делал эти шарики и кидал в нее. Слушайте, ну прекратите бред нести. Свои 20 писем к другу мадам Аллилуева писала под чутким руководством Центрального разведывательного управления. Причем я подозреваю, что не она их писала. Она что-то там наговаривала, а потом это все... Понятно, да? Так что говорят, что якобы он там ей Сталин. Но это опять-таки вот из этих, что он, дескать, ей через стол крикнул. Эй, ты что-то там, типа, не веселишься. Что-то сидишь тут как на похоронах и так далее. Она психанула, выбежала из гостиной. И, значит, они же жили тогда все в Кремле. Вот. Это же из Кремля выйдут они только в 54-м году. Это будет предложение Хрущева. Вот эти знаменитые особняки на Ленинских горах, вот как от смотровой площадки на Ленинских горах вниз туда едешь, по улице Косыгина, вот там идут такие заборы. Вот эти заборы, это и были как раз городские особняки всех членов тогдашнего президиума ЦК. Прямо они как бы к Москве туда, ну, сходили террасами и так далее. Вот они там гуляли, между ними были эти калиточки. Если кто хотел к кому в гости зайти, то не вопрос, понимаешь? Так что вот таким образом. Сталин после смерти же не женился, хотя он мог спокойно это сделать. Говорят, что у него были там отношения с Бутусовой, там еще с какими-то там. Но я считаю, что
Все это на уровне сплетен. Никто, вот я хочу еще раз подчеркнуть это, никто не может сказать, какие отношения у Сталина были с кем-то вообще. Это была тайна за семью печатями. Понимаете? Но причем люди, которые хорошо знали Сталина, тот же Молотов, тот же Каганович, они никогда не упоминали о том, что у Сталина были какие-то лямуры или там амуры с работниками КГБ, я замечу. Все, кто работал на сталинской даче, это были сотрудники госбезопасности. Они все носили погоны, и они все награждались медалями и орденами. Это была их работа, а не амуры там крутить. Я прошу прощения, вот это вот, там Бутусова есть, и там еще упоминает одну персону, я запамятовал, как ее фамилия, и говорят, что вот якобы от нее у Сталина был ребенок. Более того, я даже участвовал, каюсь, не хотел, я просто не знал, что это будет такая похабщина. В одной программе на Первом канале, и больше туда ни разу не ходил, и не буду ходить, хотя меня уже зазывали там и на программы, связанные с семьей Брежнева, и с семьей Устинова, и так далее, и так далее. Полоскать вот это белье. Она сказала, что, дескать, ее мать сидела в тюрьме, родила ее в тюрьме, а она является небрачной дочкой Сталина. Так они даже имени знают этой женщины. На самом деле ее звали Варвара, и документы есть. Даже опубликован был список всех сотрудников сталинской охраны с полным перечнем их послужного списка, с полным перечнем их боевых и трудовых наград и так далее, и так далее. Эта женщина, кстати, она прослужила в 9-м управлении, то есть которая занималась охраной Сталина, до 59-го года. Она с 34-го до 59-го года. То есть отслужила свои 25 лет календарных и вышла в отставку, по-моему, в звании капитана, если я не ошибаюсь. Я хорошо помню, что у нее был орден «Знак почета», орден «Красной звезды» и несколько медалей. Так что вот так вот.